что я хочу заметить. Здесь дорога в этих улочках сделана из плиточки, покрашенной. Выглядит дуже красиво на самом деле. То, что оно все аккуратно покрашено. Ой, сейчас нас собьют, сейчас меня собьют. А, конечно, потому что я по дороге иду. Сеульская телебашня находится на горе Намсан, и подняться на нее можно несколькими способами. Первый — это пешочком забираться в гору, а второй — это канатная дорога. И так как мы с мамой по горам уже налазились, поэтому мы спокойно решили выбрать фуникулер и не тратить силы. Мы на Намсане. Собственно, нет, ну еще не самой башни, но мы уже рядом. Тут уже миллиард замочков. Просто. Мама считает, что их все снимают время от времени. Это вот 23-й. Но я нашла 20-го года. Где он? Это непонятно, что за цифра. Вот 20-го года. Ну вот есть какие-то очень старые явно. Ну это явно новые, но вот там это тоже 20-й. Ну, наверное, вот с 20-го они тут висят, а дальше нет. Наверное, в какой-то момент ты придешь, и... ничего нет. А, вот 23-й, ладно. Пытаюсь найти что-нибудь старое. А пока из старого здесь только я. Явно какие-то очень старые, прям old, funny. Ко мне каком-то все не трогать, не трогать. Не трогать руками. А тут у кого-то не было, вот он себе проснулся. Что же было? Идем к небесам. To heaven. Тут разные города. Москва. Там. Ну. Москвы не видно. Ну и ладно. Где мы? Я в космосе. Мама, я в космосе. В стратосферу. Боже Иисусе, что это такое? Мы просто хотели подняться на Сеульскую башню, но в каком-то космосе. Господи, еще все выключилось, боже. Только свет в конце тоннеля видно. Фу, мы вышли. Тут какая-то инсталляция. Чтобы ты не скучал перед лифтом. Но на самом деле у меня сейчас так кружится голова от всего этого. Ну, наверное, сейчас какой-то проектор. Ощущение квест-рум. Да, у нас бы за это взяли деньги, сказали, это квест-рум, а здесь это бесплатно. Что происходит? Вот это, шоу, просто в лифте проехать, а там целую инсталляцию сделать, чтобы в лифте проехать. Найс. Мы поднялись. Погода не самая удачная, конечно, но тут по-другому и не получится, потому что просто погода в любом случае говная. Но... А здесь можно монетку купить. И сколько монетки у нас стоит? 5000. Ну и нафиг эту монетку. Вообще ничего не видно. Мы в этом самом силе. Там кто-то стоял пиво. Виды туманного Сеула. Знаете, как игра. У них закончились текстуры, и все дальше. Все белое. Ля-ля-ли-ла-ла-ла. Ну ничего. В целом, мы уже и на горе видели эти виды. Из окна видим эти виды. Виды видим. Виды уже не настолько нас этот. Впечатляют. А вот башенка Намсан. А, да, я ж поэтому и говорю, мы туда идем вообще. Я ж говорю, тут вообще есть экстремалы.
чокнутые. Сказали мы, которые забирались на эту гору. А? А, ну да, да, мы этот натренированные на горах Крыма. Ну, хотя, может, люди тоже натренированы. Может, это местные бабушки, которые каждый день взбираются на эту гору. Они вообще на нас смотрят, такие, мы за 5 минут проходим. А вы потратили на нее целый день. Это, наверное, чтобы не скользило, знаешь, еще. Вот этот Soul Tower. Мы уже спускаемся. Меня нашли какие-то тайцы. Наверное, это были тайцы. Сказали, что я очень красивая, сфотографировались со мной. Так приятно, так приятно. Звезда буду в Таиланде. Когда дебют? Хотя бы в Таиланде. Тут еще где-то моя маменька даже. А вон она, все. Я нашла маменьку. Спускаемся. И нашли тройка. Смотрешка огромная. Футболки. А, в Корее, ну, без этого никуда. Девочки, наряжаемся на выпускной в Корее. Ой, прикольно. Маме здесь вообще не нравится. Я такая, вау, найс, найс. Сара Джулькоя, Таника. Я говорю, сейчас все люди сюда приходят за Итэвон класс. Ей, мы на Итэвоне. Мы нашли это кафе, и мы сейчас... Мы? Это я. Маме вообще пофиг. Маме хочется поскорее отсюда уйти. Так, тут полно людей, которые смотрели Итэвон класс. Мы все поем. Woman in the room, Сара Джулькоя. Но по факту это какие-то местные трущобы. Такие. Капкейк. Милота. Тут много таких всяких кафешек непонятных. Посидеть вот это, почувствовать Корею. Почувствовать. Машина какая-то есть. Полно мест, где какие-то там звезды пришли, что-то поели. Они сразу выставляют это все на всеобщее обозрение. Ты такой, ё-моё, то есть кто такой что? Я пока еще. Мы пришли на еще одну локацию. Это традиционно делают. Вот тоже это сидит. В Вьетнаме говорили, что ой, бедные вьетнамцы, несчастные. Видите, они сидят. Они сидят на точно таких же стульчиках. И точно так же скребут это... траву. Ну, конечно, а что им на картонах сидеть? Наверное, ну, так удобнее. Просто говорили, вот у них нет газонокосилок из-за бедности. Это не из-за бедности, просто так традиционно тут скребут траву. Я думаю, чтобы, во-первых, и шума не было, возможно, для травы так легче, ну, лучше, то есть для грунта, возможно, вот не знаю. Да, точно так, там вот берут буквально вместо газонокосилок вот так же косят траву, вот точно так же, сидят на вот таком же штуке. Мы уже уходим, и просто посмотрите, как офигенно оформлен склон. Как говорится, для детишек все самое лучшее. Да, для взрослых нет. Не, ладно, тут везде так красиво, ну просто смотрите, какая красота. Рядом туалет. Туалет. Ну ладно. Мяу-мяу. Мы, собственно, идем к следующей локации того класс. Красиво, красиво, красиво. Не зря там сняли сцену. И мы туда идем. Из-за небольших технических шоколадок кадры на мосту были утеряны навеки, но у нас есть чудесные фотографии оттуда, так что вот, да. Так, мы нашли какую-то фотографию в японском стиле. Боже, какая девочка красивая! Снова в школе. В японской.
Виктория. Идем с мамой, ищем здесь мост, на котором будет 7 часов, 7.30, радужный фонтан. Вот мы идем и такие, ой, смотри, на карте парк. Красивый парк, пройдем через парк. Идем такие, смотрим, ну типа, входа нет. Обходим, смотрим, блин, американская база. Мы такие, а мы идем, парк, парк. А то американская база, там нельзя не снимать, ничего. Куда мы вообще пришли? Господи, это что, еще одна американская база? Я не знаю, вот туда есть какая-то дорога, вот здесь. А, сейчас посмотрю. Все. Мама думает, что мы заблудились. Я думаю, что все идет по плану. Мы нашли какой-то мост. И мы уверенно идем к нему. Ой. Апдейт. Мост фонтанов мы нашли. Но проблема, мы на нем. Фонтаны с него. Спуститься надо. Все нормально. Ля, какая красота. Мы уже 100 лет идем по этому мосту. Все нормально. Мы идем, идем. Кроме нас никого. Все нормальные люди едут на машине или на автобусе. Одни мы такие. Пойдем. Сос, если вдруг вы поняли, что вы больше не можете идти, прям как мы с мамой сейчас, звоните в СОС. Ой, честно, на грани того, чтобы позвонить, понимаете? Мы почти пришли, и просто посмотрите, как огромная площадь. Все в плитке. Я не знаю, тут действительно происходит много чего, люди собираются. Интересно. Ну, действительно, огромное. То есть, люди, что такие маленькие, а пространство огромное. Приключения продолжаются. Мы тупо на трассе какой-то. Не знаем, куда, как выйти. Тут, с одной стороны, какая-то стройка. Как прийти? А как зайти на реку перейти? Без понятия. Как оказалось, мы с мамой мало того, что пошли по верху моста, хотя можно было пойти по низу. Просто на тот момент мы увидели только выход на мост, а выход под мост был немного спрятан, поэтому мы даже не думали, что он существует. И помимо этого, мы с мамой еще и пошли не с той стороны моста, потому что спуск к самому парку находился с другой стороны этой улицы. И чтобы дойти до этого входа, нам нужно было пройти вдоль всей этой стройки до перехода, вернуться обратно, но уже по другой стороне дороги. И вот только там был этот спуск, который вел к парку. Благо, что мы каждый раз блудимся именно в Корее. То есть мы только откроем рот шире, чем надо, шире, чем зевок. К нам сразу подбегают и такие, help, туда идти, сюда. Боже мой. Находят каких-то людей, как они называют, шовинистов, они их находят, я не знаю. Нам Кита рассказывала, что тут не всегда приятно относиться к иностранцам. Не знаю, нас постоянно выручают. Они принимают за шовинистов тот процент людей, которые есть в любом месте, абсолютно. Да, в любом месте. Короче, везде будут те, кто не любит не таких, как ты. Конечно, поэтому мне нужен маленький процент людей. Открываешь рот шире, чем надо, подбегает сразу. Даже не, да, он типа с другого конца этого такой смотрит, видит, что мы с мамой, что происходит. Подбежал, такой, help, do you want help? We want. Заберите нас отсюда. Мама придумала гениальный план. Мы идем очень медленно. Люди обгоняют нас, и мы идем за людьми. Там камень, я знаю, что там написано. Где камень? Ну, в любом случае, здесь людей больше, чем было на той стороне. Потому что на той стороне было 0 людей. На этой стороне мы уже даже встретили каких-то людей. Даже кого-то спросили дорогу, нас послали сюда. Господи. Все ради того, чтобы видеть этот дурацкий фонтан. Миллион лет спустя мы все-таки пришли. Где мы, господи? Так, мы пришли к реке. К нужной. В нужное место. Боже мой. Единственное, что нас спасло с тобой, мама, то, что мы в Корее именно. Люди здесь просто помогают. Даже если она не знает этот английский, она вообще ничего не понимает. Не знает, как нам помочь. Она уже почти с нами пошла. Пошли. Она знает английский. Чуть-чуть. А, она знает английский точно так, как мы. Ну, то есть не знает. Фу, короче, все нам помогли, слава богу, с Божьей помощью. Мы пошли, побежали. Калдейсина, мы из всех мест мы нашли какое-то кафе.
где вот эти вот корейцы, которые вот там сзади сидят. И мы с мамой, все, больше никого. А, нет, боже, слава богу, люди пришли. Я же думала, тут совсем никого. Месяц для богатых. Почувствуй себя лучшей леди. Новый рекорд подвижности. Что, даже это больше, чем... 794 калории. Ура! А сейчас мы их и наедим. Я-то сейчас напью. Ой, они светятся. А мы были прямо там, мы внутри смотрели, как оно светится. Мы кысали, как богатские. Лакшери, я. Да. Цены, правда, как тут в элитном ресторане на берегу реки, цены, как у нас в баре, как в обычном баре. В Ялте там вообще, наверное, точнее какая-то запредельная цена. Красиво. Ладно, мне полегчало. Огромная толпа пришла посмотреть на фонтан. Ну а я что? А я как там? Правильно. Правда, все в каким-то парочками с друзьями, а я что? Я одна. Ой, девочка, так удачно встала, молодец. Да что ж ты ходишь, молодец. Людей собралось немерено. Видите, куча муравьев. Это все люди. Собрались парочками. Я одна. Ну ладно, с мамой. Ну, я ушла вперед, потому что мне отсюда не особо видно. Наверное, он 20 минут будет сидать. Да, я посмотрела, 15-20 минут. Поэтому я пришла к тебе в этот. Это не каждые 20 минут, это вообще. Если каждые 20 минут, то он вообще никогда не восстанавливается. На этом моменте авторские права у нас и забрали. Вот и закончилось еще одно наше путешествие по Сеулу. Это был довольно-таки сложный день, потому что мы выбрали очень много мест, куда решили пойти. Мы находились просто на год вперед, и на следующий день просто лежали и умирали. Так что вот вам совет, если вдруг вы решите посмотреть весь Сеул за один день, не надо. Выбирайте максимум 2 локации, не будьте как мы. Что ж, всем спасибо за просмотр, пока!